здорово, подписота. Короче, вон внизу собашня, вот это мой кореш. Я его сейчас буду кормить, короче, собакой. О, вернее, не собакой, а колбаской. Колбаску, уйди сюда, разделываю. Это специально для рыжика, блядь. Вы обламываетесь. Рыжик он заслужил. Я ему месяц говорил, что он будет рыжий. Этому рыжему. Так, рыжему дали. Рыжий. Ладно, так и быть. Сейчас кому-нибудь еще дам. Сейчас мы еще чуть-чуть. Ладно, так и быть, белке дадим. Белка, на. Так. Так и быть, следующему пассажиру дадим. Ты пассажир, на, тебе кусочек. Блядь, бери. Так, еще вон сыну черныша дадим сейчас кусочек. Пошли. Сыну черныша. Сыну черныша. Черныш, сын. Сын черныша тупорылый, блядь, на. Ах ты. За это тебе пизда, нахуй. Больше ты не получишь. Ты залезла без очереди. Тетя, блядь. Так, тебе, братан, тоже твоя. Ты три раза, ты больше не разу. Ты попасть в следующий раз получаешь. Короче, она захотела наебать систему. Такое запрещено. Сапогом поебала, нахуй. Съебалась, нахуй. Черныш, придурок, сука. Она опять наебала, сука. Бля, что она делает? Да? Так, тебе, братан, ты наш человек, на. Тебе, братану, на, бери. Вот этот дебил, короче, малолетний, он точно в черныша. Пошла нахуй отсюда. Черныш, на, дебил. Дебил первый раз только съел. Ну и остаточек, остаточек, конечно, моему другу, на. На, бери, здесь кусок. А черныш папа больше не, что-то не пришел, только сейчас видел его, но он свое счастье потерял. Всем пока. Рыжий, ты доволен? Пошлю рыжего, возьмем интервью. Он доволен? Месяц я обещал чернышу этому рыжему, чтобы он пожрал. Наконец-то он сегодня дождался. Сегодня пошел. Ну, рыжий доволен, я смотрю. Рыжий, нормальная тема, рыжий. Месяц тебе обещал. Хоть поел докторской колбасы дешевой. Сейчас она стоит 3-4 рубля. Ну что, теперь можно погладить? Молодец. Ну все, давай. В следующий раз когда-нибудь опять еще раз взгрею тебя. Пока.